Легальные читы в доте или просто фича, которую ты не знал. Ладно, братцы, без рофлов, с вами Грей Шарк. Еще одна очередная полезная фишка от отца доты, создателя тех самых легендарных сборок. Потому что у меня постоянно в чате на стриме спрашивают, а как сделать эту имбовую боковую панельку. Заходим в настройки и убираем галочку с пункта «Информация о существах на панели героя». Теперь, когда мы кликаем на врагов, либо на тиммейтов, открывается сбоку прикольная и удобная боковая панель, которая полностью показывает закуп и состояние персонажа, даже если их не видно на миникарте.